Бівел – український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Приветствую всех на канале Маткалот. С вами я, Юбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, пару дней подряд прошлые ролики мы подселяли слабые пчелосемьи лишней пчелой из воспитателей, из стартеров. Были вопросы и были рекомендации. Сегодня мы вместе с вами посмотрим, проанализируем и решим, как же все-таки лучше поступать. В чем заключались вопросы? Не убьют ли маток таким методом? Но все матки в таком методе мы заключали в клеточку. Вот конкретно на этом улике мы пару раз с вами снимали. Сегодня его посмотрим, только чуть позже. Я на сегодняшний день последний раз делаю данную процедуру. Вон, высыпали пчел. Уже сыплю просто там, где у меня было позначено, что маловато пчелы. Эту пятую семью я ей поставил второй корпус. Просто вот так, знаючи, что там очень рано его ставить. Я его и так туда поставил, буду проанализировать. Но исходя из ситуации, как тянут вощину в рядом стоящих семьях, где нормально пчелы было, ну, более-менее, скажем так. И в этой заметно меньше. Из-за этого, имеючи пчелу, я пчел высыпал. Вчера высыпал 6, 7, 8, только потому, что там нет еще второго корпуса, значит, они были немного слабше, нежели те семьи, куда я поставил. Уже просто так подсыпал. И уже в этих семьях я не заключал матки в клеточке. Потому что были рекомендации от ребят, которые говорили, делаем так же и маток вообще не заключаем, пускай будет так, как есть. Находить матку в тот момент, когда надо высыпать пчелу, заключить ее в клеточку, потом через два дня открыть, потом через два дня посмотреть, приняли ее или нет. Это, конечно, дело, которое забирает кусок времени. И сделавши таких семей, по-моему, 11 или 12, где я заключал семьи, я решил попробовать все-таки, будь что будет. Так как вероятность, что убьют, она есть, но, как на мой взгляд, тоже она не такая велика. И я решил тоже так поступать, потому что в нашем хозяйстве иногда вот приходит такой момент, когда вот это надо делать, потому что надо пчелу стрясывать, забирать ее и куда-нибудь ее девать. Таким методом, если мы знаем, где-то какая-нибудь слабшая семья, мы пришли, вон подставили небольшую досочку. Покажи, Машенька. Поставили небольшую досочку, намочили пчел, высыпали. Все, это намного проще. И в обед что мы с вами сделаем? Сейчас мы не будем делать ревизию, так как пускай эти позаходят. Мы сегодня посмотрим вот эту семью, которую мы высыпали, которую мы потом расширили. Тут всего лишь было 5 рамок на тот момент, когда мы ее подселяли. Да и то из этих 5 обсиживали только 4, а то и 3,5, грубо говоря. Пускай будет 4. После того уже тут 9 рамок. Увидим, как они себя ведут. Матку-то я знаю, что они уже приняли, так как я клеточку забирал, она находит. Увидим, как ситуация. И потом посмотрим с вами одну или две семьи, где я вчера высыпал. Я еще не знаю, какой там результат. Есть ли там матка, нету ли там матки. Ну, конечно, лучше бы не сегодня смотреть, а посмотреть дня через 3-4, когда просто наличие яиц нам скажет о том, что она есть в гнезде. Сейчас же надо будет лопатить свое гнездо и смотреть на все-таки пытаться ее найти, чтобы понять. Хотя, ну нет, маточников еще тоже не будет, если ее не примут. Так что вместе с вами посмотрим. И мне бы больше нравилось, конечно, просто приходить и высыпать, нежели делать... Ну, искать ее, заключать в клеточку, потом это все открывать. Вот такие вот процедуры. Сегодня это последний день, больше этого в этом сезоне не будет, так как уже стрясли всю необходимую лишнюю пчелу. Уже понемногу будем скорачивать количество воспиталок. Ну, всегда так происходит, в середине сезона, под конец сезона скорачивается. Так что этой уже процедуры не будет. Все семьи, которые нуждались, и даже те, которые не нуждались, мы подселили. Чем сделали и хорошо в воспиталках, и подселили семьи, которые нуждались. Те семейки, которые подселяли таким методом, на некоторые, вот мы даже понаставили, валяли вторые корпуса. Да не на некоторые, на многие наставляли. Просто на эту не наставил, так как знаю, что там всего лишь 4 было рамки обсижной пчелы. И я высыпал ориентировочно 6. Что там сейчас полный корпус. А вот некоторые семейки тоже, где подставляли, можно посмотреть, что, ну да, вот, пчела поднялась и даже что-то там строит. Ну давайте посмотрим вместе с вами.
одену масочку. Дымарь не разлаживал. Ставил им одну кормовую рамку, приносил из кормовую, суш, что было. Приносил из тачка матково-водного. Или тут находил, где есть лишнее. И что мы видим? Ну, эту рамочку вообще замечательно. Mm-hmm. Есть набрызг. У нас, скорее всего, понемногу обрывается взяток. Или липа еще не начала давать, или ее не так уж и много. Так, давайте посмотрим дальше. Ну да, и вторую видим, как хорошо оттянули. Сразу же немного их переверну. Ну, эту только начали, грубо так сказать. Ну, эту минимальное количество, видим, сколько немного посмотрели. Немного делаю такую вот рокировку. Эти рамки сдвигаю сюда, эту отстроенную ставлю на край, чтобы относились уже и к тем рамочкам более дружелюбно. Все, вот такой вот результат из той семейки, которая отставала по отсутствию несвоевременного облета маток. Можно легко было исправить ее и догнать до полноценных семей. Все, друзья, в обед посмотрим, ревизию сделаем. И на этом, ну, пока остаемся, смотрим дальше. Итак, друзья, будем продолжать. Уже, конечно, не обед, а уже ближе к вечеру, но были заняты. И сейчас вместе с вами посмотрим. Значит, в этой семье мы матку заключали. Мы знаем, что ее приняли. Я знаю, что тут пчелы было на 4 ориентировочной рамочки. Подставили мы им еще 4, так как у них было в гнезде 5, но пчелы было только на 4. Но сейчас визуально видно, что да, тут пчелы на все эти рамочки. Тут все нормально. Скорачивать никого не надо. Исходя из того, что тачок находится по прямой около километра, откуда бралась пчела, видим, что за это все время, если какая-то летная все-таки улетела в сторону до дома. Добрый, Полиночка, Поли, там будет. Полинка нам хочет помогать. Это значит, ну, небольшое количество улетело. Полиночка, а ну не мешай, хорошо? Поиграйся там. Ну и давайте посмотрим. Какая нечестная. Так, это вощины, которые я подставлял. Она не засеяна. На ней есть нектар. Но она полностью отстроена. И полностью освоенная. Машенька подержит. И полностью освоена. Так, тут еще одна из вощин, которая подставлялась. С этой стороны засеянная. Угу, молодец. Машенька, покажешь. Вот тут засеяна уже. Ну, будем надеяться, что... Ну, она тут так, вот, она набросала яйца, она только-только зашла на... Будь здоров. Будь здоров. Иди, Полиночка, повозись. Только-только зашла на эту рамочку. С этой стороны вообще еще нету, но тем не менее. Значит, в таком случае, конечно, матка никуда не пропадет, ее никто не ликвидирует, все тут будет хорошо. И замечательно, когда мы, ну, видим, матка достойного качества, сеет хорошо, плотно. И все замечательно. Веду к тому, что если заключать матку в клеточку при таком подселении семьи, соответственно, это кусок работы, но он однозначно, ну, это вся засеяна, тут уже полупились яйца. Личиночки, да? Да, личиночки уже. Да, с этой побольше. Да, но это кусок работы, который хотелось бы избежать этой работы. И сейчас вместе с вами посмотрим те семейки, которые я не заключал матки. Таких семейок получилось 5 на сегодняшний момент. Вчера 3 я высыпал, сегодня 2. Ну, утром я вам показал. Сейчас посмотрим одну из тех, которую сделал вчера. Я только одну посмотрю, потому что искать сейчас в них матки желания вообще нету. Я лучше для себя потом пересмотрю уже через 3 дня ориентировочно.
Если там не будет яиц, соответственно, это будет говорить о том, что матка пропала. Если будут какие-то маточники, соответственно, ну, это будет легче заметно. Сейчас же, после того, как прошло только сутки, так как я вчера их высыпал, соответственно, яйца еще будут, но зато надо будет искать матку. Чего мне не хотелось бы делать, так как с практикой, с каждым днем, с каждым годом практики, с каждым новыми какими-то знаниями, вы для себя понимаете, зачем вы залезаете в гнездо. Если раньше я лез в гнездо и ворошил каждую рамку, потому что мне что-то там надо было увидеть. Сейчас я делаю ревизию буквально, я достаю вторую рамку с края, так как первую от стены неудобно доставать. Я смотрю на нее и достаю еще одну после нее, как бы достаю восьмую и седьмую. Эти две рамки мне скажут абсолютно все, что я должен увидеть в гнезде. После чего я улей закрываю. Я не ищу ни яйца, ни матку, ничего больше не ищу. Если какие-то проблемы, тогда, конечно, смотрю уже на то, что меня интересует. Так, Машенька, подходи сюда. Возьмем сразу же первую, вот эту шестую. С этой стороны, Машенька. Угу. Ну, сейчас посмотрим. Так, надо посрезать. Спрашивают, почему у меня постоянно рамки чистые. Да потому что, когда я лезу, я постоянно это срезаю. И вот из-за этого они и чистые. Так, ну что, смотрим. Ну, исходя из того, что они не шумят, не гудят, не жужжат, это сразу же тоже может вам сказать о том, что тут все-таки нормально, они припросились. И проблем тут никаких не должно быть. Ну, вот Полиночка у нас, ну, уже хоть немного повеселела. Было недавно. Приболел. Ну, тут все яйца. Это все яйца. Даже не знаю, что видно. Ну, будем честно надеяться, что видно. Друзья, что мы тут увидели? Ну, характерное поведение пчел говорит о том, что у них все нормально. У них нет отсутствия матки в этом гнезде, тут все нормально. Тут искать что-либо совсем нет надобности. Так что все нормально. Можно и так, скорее всего, делать. Но, друзья, смотрите, сейчас на этом мы не будем уже констатировать факт, можно так все-таки делать или не можно. Я искать тут не буду матку. Нет у меня этого желания абсолютно. Я знаю, что она тут есть. Я уверен в этом. Но, тем не менее, через пару дней, когда я сделаю ревизию в этих двух семьях, и в этих, 5 и 11, если все 5 маток будут присутствовать в гнездах, а по большому счету так и должно быть, так как когда вы поступаете таким методом, вот как я сейчас поступил, когда вы пчелы намочили, когда она не поняла, в чем дело произошло, ее кинули куда-то на литок, она думает только как бы спастись, имеючи перед собой вход в новое жилище, она особо там не бушует. Она говорит: о боже, спасибо тебе за все. Я спасена и буду тут дальше жить и трудиться. Она заходит, ее, если любезно, принимают в улье, так как она припрашивается, она приходит не в качестве воина какого-нибудь и хочет завладеть ихним помещением. Она заходит как пленница, скажем так, и она припрашивается. Это, ну, эти пчелы. Соответственно, они заходят на правах улья. Соответственно, трогать матку никто не намерен. И это позволит, ну, облегчить себе очередной раз работу. Что-то прокашливается у нас ребенок. Так что так, друзья.
вот такой вот метод, спрашивали, убивают, не убивают, есть ли в этом смысл, есть в этом смысл, легче так делать. Через пару дней, говорю, сделаю, когда ревизию в этих всех семьях, тогда вам озвучу точно, есть ли потери в таких случаях или нет. Все, друзья, а на этом буду заканчивать. С вами был я. Подписываемся на наш канал, с вами классы, кому нравится, дизлайки. Все. Всем пока-пока.